вот подавать. Работает блок или не работает? Нет. От блока в аут. Не работает. А, да, здесь вот касание. Цибули все сделал вроде бы неплохо, но после касания блока мяч ему в ногу отлетел. Очко у Трентина. Еще одна доигровка у гостей. Не забивают. И опять не везет Цибули. Ну что ж такое-то, дважды мяч после касания блока Трентина отлетает в него. Прям какая-то черная полоса. У Клемена Цибули. Не удается забить Равини первым темпом. И Трентино этим пользуется. 15-10. 15-10. Великолепное преимущество. И, в общем, Трентино в очередной раз показывает свой класс. И видно, что, конечно, превосходит. Превосходит Равену во многих элементах. Просто допускает меньше ошибок. Ух, ничего себе. Цветан Соколов. Один в один. Какой чехол. Здесь, по-моему, тому же Цибули, да? Да. 17 номер трижды атаковал за последние пару минут. И все три раза